Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколец, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve. Царство гигантов с модом Carrigans, ну и с другими модами. Что в этой серии мы планировали делать? Кстати, если там вы мне какие-то подсказки кидали в комментариях, на всякий случай предупреждаю. Данные серии записываются наперед. Я иногда пишу по 4 серии, возможно, сегодня, вот, кстати, с предыдущими двумя одновременно пишу и эту серию, может быть, и 4 сразу подряд сейчас запишу. В принципе, для того, чтобы регулярно серии выходили, и плюс еще иногда по 2 серии в день. Хотя, опять же, я пока просто тестирую, просто смотрю некоторые серии. То есть я закидываю 2 в день. Одна там 8 по Москве, вторая 8.30. Первая серия, которая 8, чуть ли не в 2 раза меньше просмотров набирает, чем вторая. Почему, я пока не понимаю. Ну ладно, в этой серии мы, наверное... Да, и возможно, кто-то там уже меня какашками закидал в комментариях по поводу предыдущих серий, где я проморгал... драконью пчелу. Кстати, блин, сам подумал, почему я ее не стравил с королевами пчел. Скорее всего, она их даже вынесла бы всех, а потом еще и сдохла. Ладно. Я думаю, еще успеем мы все это сделать. У меня мир по-прежнему захватывает пчелы. И поэтому мне нужна армия. Я, наверное, полезу в пещеры. Во-первых, там есть что посмотреть. Опять же, добавляются модами алхимия некоторые вещички. Кое-что добудем там. Ну и обследуем, посмотрим, где руины. В принципе, руины нам тоже нужны. И нужно к ним подготовиться. Мне нужны зелья скорости, чтобы побыстрее все это. Этих даже 3 мне, может быть, хватит. На силу мне не нужно. Да, и один из старых комментариев, по-моему, к 9 серии еще. Просто он был с опечаткой, плюс я еще не понял. По поводу зелий, все-таки есть зелье охлаждающее, есть зелье, вот это зелье освежающее, но у меня льда мало, я лед потратил на снежкометные машины, а вот это как раз согревающее, то есть все это, оказывается, есть, я просто не понял, то есть вот это зелье нужно было на лето делать. Свет прибавь. О, и пойдемте светлячков поймаем, правда? О, почему ты его не ловишь? Фак, почему? Почему? Мандрагоры тебе мешают? Опа, есть. Все-таки я его поймал. Отлично, светлячки нам нужны. Немножко в подземелье, хотя мы будем там быстро бегать. Так, и давайте по поводу зелий. Что-то я еще хотел, а я уже забыл. У меня мысли немножко путаются, все это в голове. Так, скорость нам нужна. Посадить кукурузу, собрать черт зеленые грибы. Зеленые грибы будут вечером. Нужно про них не забыть. Кто это у меня тут сдох? Странно, кусочек мяса маленький. Это кто? Птичка села. Не должна. Так. Пойдемте навестим свиней. Мне будут цветочки накидать, чтобы побольше навоза собрать. Хотя у меня в холодильнике наверняка всякая фигня валялась. Черт, и цветочков здесь нету. Ну ладно. Навоз, в принципе, есть. Сделаем себе ведерки. Так, собирай. Сделаем ведерки. Как они там, с удобрениями. И... О, кстати, сейчас время рубить вот это дело. Тут лапки должны быть. Одна лапка, нормально. Цветочки вот, конечно, есть, но тут я их не буду убирать. Ладно, пофигу. Энтов можно вызывать. Вызвать, что ли, на всякий случай. Мне это дерево, у меня там есть оно, бревна вот эти живые. Но их мало. А вот цветочки. Давайте немножко цветочков все-таки соберем. Я не знаю, вот это соберем, вот это соберем. Короче, свиньям кинем, пускай мне навоз сделают. Где у меня трость? Вон, у меня мясо высохло, зашибись. Так, и этого мяса дофига, кстати, нужно будет его повесить.
и этого. Сейчас вернемся, все повесим. Поворачиваем немножко овощи. Так, ой, свиней дофигища. Давайте, жрите. Жрите, жрите. А че-то они не жрут? Ладно, давайте покормим. Что-то как-то странно. Так, так. 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 Еще одна. Так, давай мне какашки. Какашки, это хорошо. Ну, не буду прям какашками именно удобрять. Буду делать из них... Блин, лес жалко сгорел. Можно было бы хорошо тут порубить. О, морковка выросла. Хорошо. Не-не-не-не-не. А, кладовку я еще хотел одну сделать. А то у меня уже места мне не хватает. Я забил всяким барахлом. Давайте что-нибудь покушать сделаем. Так, что у меня тут с продуктами особо не портится. Так. Можно вот это посадить. Вот это собрать, это посадить. Семечки обновим. Так, это сюда. Это дело собираем. Блин, сколько тут дел. И я думаю, в этой серии мы подготовимся к подземелью. Честера я с собой брать не буду, потому что буду глотать зелье скорости. Он просто за мной не успеет. Где-нибудь там потеряется. Будем разведывать. Вообще, есть, конечно, вариант, что вообще это последняя серия по данному сезону, потому что мы залезем в пещеру и прохождение накроется, как обычно, медным тазом из-за глюка. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Вот, ну на всякий случай, пишите, кстати, в комментариях по поводу в кораблекрушении какой-нибудь интересный перс из модов. Почему из модов? Потому что, ну, стандартные мне уже как-то немножко надоело все это дело. Желательно что-нибудь интересное. Так. Говно. Говно пускай пока здесь лежит. Тыквы у меня нету. Тыквы у меня нету. И семечек у меня на тыкву нету. Он, кстати, питая выросла. Давайте тогда будем... Так, вот это я костер зажгу, чтобы хорошо было видно. Будем выращивать всякие овощи. Так, вот это сушить. Возможно... Ну, можно было бы, наверное, просто королю свиней отдать. Хотя золото мне пока... Пока есть золото. Повесил? Повесил. И что-то я сюда ложил вроде бы. И вот это можно сюда запихнуть. Так. Что у меня лишнее, что мне нужно. Мне нужно много места освободить, чтобы... Там много чего набрать. Так, давайте вначале будем... Хотя неплохо так дерево энта у нас есть. Берем кости. Берем навоз. Дерево у меня немножко есть. И, в принципе, это все дерево, которое у меня есть, да? Плохо. Так, это сжираем. Делаем себе... чего не хватает? Скорее всего, дерева не хватает, да? Да. Давайте рубанем. Давайте рубанем немножко. Давай, давай, давай. Руби, руби, руби. Так. Вот как раз лопату используем. Вот тут у меня, смотри, пенек как-то странно, он вообще не сгорел. Так. Ну, энт вылезет, если что, кого-нибудь позовем на помощь. Хотя некого звать, свиньи там дома сидят. Ладно. Я думаю, не вылезет. Так. Так, это дело мы посадим. Так. Делаем еще одно ведерко. Так, это сюда. Освещения мне мало. О, хорошо. Хорошо светится. Вот так, наверное, поменяем. Это сюда. И поехали удобрять. Так, это все у нас питает.
Так, это все питание. Отлично. Собираем. Собираем. Так, по поводу питай. Пока сделаю просто семечки. Хотя, сейчас мы семечки посадим, наверное, тоже перед уходом. Черт, может прийти этот барсук-медведь, и я не успеть могу его... блин, утащить отсюда. Он может все сожрать, а это тоже плохо. Так, так. Так, что тут у нас? О, баклажан, отлично. Баклажаны, кстати, есть смысл поворачивать. Давай. И вот это мне давай тоже баклажанов. Семечки. Куда ты побежал? Так, баклажаны это для рассудка. Можно сделать какое-то зелье, я не помню, правда, там что еще нужно. Какие-то грибы вроде бы и баклажаны. Так. С кукурузой нужно сейчас глянуть, сколько у нас кукурузы еще. Какого черта так мало семечек? Кукурузы сколько? А не сколько, блин. Так, давайте вот так вот. Давайте кукурузы посадим. Так, что-то тут у меня уже я запутался. Пофигу, сажаем все. Не-не-не, сюда не нужно было. Не, я думаю, кончились три ведра уже. Морковка. Сюда зря я посадил. Блин, эта грядка. В нее не лучше не сажать для того, чтобы подобрать. Так, и давайте еще этих баклажанов сделаем. Так, собираем. Собираем. Так, травку тоже собираем, все это дело. Так, отлично. И что в итоге? Почему три? Мне нужно 4. Фух, где белое говно? Во. Семечки. Вот, наверное, еще и одно посадил, просто не доудобрял, да? Нет, это баклажан. Так, кукуруза. Так, отлично. Ну и можно посадить еще случайные семечки. Так, 4. Это сюда. Что-то это говно. Одна какашка, надо только мешать будет, ладно. Так, семена. Хоть еще один холодильник, ставь, ё-моё. Так, это сюда. Семечки обычные. Раз. Обычная 2. Давайте тоже воткнем, пускай пока растут. И поехали смотреть, что там у нас по поводу. Блин, зелье скорости не хватает мне. Зеленых грибов. Забыл я про зеленые грибы собрать. По идее, их можно тупо выкопать, да и все. Так, еще одно зелье. По поводу рассудка. Что у нас там за зелье было, которое... Лепесточки, мясо монстра и баклажаны. Мяса монстра нету. Лепесточков тоже нету. Фак. Голубые грибы, голубые, красные. Вот они, зеленые. Давайте выкопаем один хотя бы. Давайте все полукапываем их. Ладно, вот 2. Так. Блин, лепесточков нужно много, а с рассудком... У меня, скорее всего, даже не успеет рассудок просесть, пока я буду бегать. Кто его знает, может, на всякий случай все-таки сделать себе хотя бы одно зелье. Для поднятия рассудка посмотрим хотя бы, как оно работает там. Много поднимает или нет. Так, семечки обычные. Так, еще семечка.
семечка почти испорченная была, давно валяется, видно. Так. А, вот еще цветочки. А, вот еще цветочки. Кстати, на два зелья. Как раз нам хватит. О, какашки. Какашки это хорошо. Кстати, тут еще какашки. А, сейчас вылезут же, а. Они же сейчас вылезут, а. Там свиньи у меня случайно не дерутся ни с кем. О, черт, вылезло. А давайте сюда их и натравим. Ханаем. У меня же есть копье, да? Копье у меня есть. Готово. Правда... Черт, все-таки понижен урон у данного персонажа, мне кажется. Потому что, блин, обычно выносит, обычный персонаж выносит сразу, блин, с одного удара копьем. Вроде бы вот эти вот цветочки долбанные. Так, что там мне дали? Так, так, так. Ну, еще одна какашка всего. Мало? Здесь у вас ничего нету. Вот это можно взять. Это можно взять. Так, это можно взять. Лепесточков хватит, да? Лепесточков, я думаю, хватит. О, мясо высушилось. Офигенно. Так. И грибы. Я же не все выкопал зеленые. Я так чувствую, все я выкопал зеленые. Ладно, фиг с ними. Так, снадобье. На скорость. Давай, две штуки делай. Так, это сюда. Это сюда. Это нафиг не нужно вообще мне. Это мы съедим просто так. Веточек какого-то черта я еще где-то набрал. Так. И, блин, забыл я уже. Где ты? А, мясо монстра, черт. Пойдемте, ладно, заберем. Там паучка одного сейчас убьем, да и все, и заберем. Где тут паучок, паучок? Паучок! Какого черта они все расползлись? Нету. О, есть. Все, блин, нет, не взял я. У меня, по-моему, дом там лежит. Ну их в баню всех. Каска? До полнолуния еще далеко, я думаю, выползем, как раз будет полнолуние у нас. Так, поехали. Ух ты, как оно выглядит прикольно. Где-то в холодильнике вроде еще мясо монстра было. Ну, из баклажана, поэтому такого цвета интересного. Пока с рассудком более-менее нормально. И семечки нужно оставить, чтобы у нас были они. Правда, блин, есть... Ты издевайся. Я из пещер могу выползти, уже настанет зима. Так, так. Я не знаю, морковку тоже давайте скормим, и пускай семечек даст. Чтобы у нас они были. Хотя я ее как раз только что и выращивал. Так, это все семечки. Необычные семечки, да? Фиг с вами. Так, вот это собираем. Можно, конечно, тупо мясо брать, но я за кроликами еще хочу спуститься, собрать их там. Не хочу, чтобы на меня нападали, а то могут нашатать по балде-то. Так, у нас только сушеное мясо, поэтому портиться ничего не должно. Грибы. Грибы пускай. Так, шлем нормально, сачок пока не нужен. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Зонтик. Блин, я зонтик таскаю уже черт знает сколько времени. Так, зонтик. Это с собой возьму. Может быть, в руины я все-таки и залезу. Не знаю. Посох. Посох точно не нужен. Это
Сейчас что-нибудь рубанем. Дерева у меня мало. Хотя где-то, скорее всего, дерево тут и валяется. Колокольчики я не помню. Вроде у меня колокольчик один там и есть. Кто его знает? Да, колокольчики вроде есть, а флейты пана у меня нету. Нужно? Нужно. Обязательно нужно. Вот эти материалы я всегда с собой таскаю на всякий пожарный. Бывают разные ситуации. Поэтому... Лучше все это дело таскать с собой. Так. Не знаю, сейчас посмотрю, если мясо монстра не будет, а свиней прикормим этим. Нужно мрамор добыть. Скорее всего, тут мясо монстра сейчас будет. Так. Убивайте его. Так, давайте возьмем парочку свиней. Стой. Это мясо можно королю свиней давать. Он дает за это, за каждый кусочек дает золото. Ну, золото у меня, в принципе, нормально так. Вот он, в принципе, дает. Потом, если что, отдадим, либо сами сожрем. Так, свиньи, пошли, пока светло. Тут у меня недалеко механизмы, нужно их шатнуть и забрать. Так, этот мне тут нафига скелетик мой лежит. Так. Это пока сюда. Золото сюда. Смотри. Ну, пускай лежит. Это я все возьму. Эти тоже. Пускай пока лежат. Это могу забыть. Побежали. Тут недалеко механизмы у меня живут. И, по-моему, там должны быть... Там мрамор должен быть, мне кажется. Хотя его, может быть, и мало. Кирку я не сделал, но кирку я сделаю обычно сейчас. У вас же есть тут статуя какая-то? Максимум статуя есть? Где свинья? Фак, где свинья? Давайте вынесем, чтобы они не мешали. Так, шлем. Так, одна готова. Черт, пчелы. Пчелы летят. Какого черта? Ладно, хоть мало. Ладно, хоть мало пчел. Так, свинья. Свинья. Тут еще вот чудовище лежит, а мне мешать будет. Подлец прям. Ох ты, черт! А я жрать еще ничего не взял, да? Лечилок никаких я не взял с собой. Фак, да чего ты на меня-то нападаешь? Почему? Где шлем? Так, одного шатали. Пока не отвлекает, я статую Максвелла шатну. По-моему, несколько кусочков должно выпасть, да. И мне вроде бы этого должно хватить на то, чтобы... Еще пчелы, черт. Ну это они все оттуда летят. Потихоньку долетают. Свиньи, убейте их. Так, да убейте их. Какого черта? Стали ко мне. Так, свинья на свинью. Свинья на свинью. Свинья, говорю, на свинью. Собаки бегут. Фак, собаки бегут. Так, забрали. Пчелы. Все-таки долетают они до меня. Я боюсь, еще мир как бы у меня не надвернулся из-за того, что у меня слишком... Слишком много тут всего, особенно пчел там, по-моему, уже. Слишком много. Тем больше объектов в мире, по-моему, тем больше нагрузка на все это дело. Ну ладно, с собаками, я думаю, мы сейчас как-то разберемся. Так, вот так. О, камушек.
Ай-я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 й. О, еще камушек, еще кого? Два камушка принесли, наконец-то. Красных. Ай, долбанные эти пришли. Иди сюда вот. Так, подожди, ну как ты промахнулся-то? Я ж... Все же нормально было. Фак. Мне нужно полечиться. Черт, могут же и убить. Меня уже убивали. Сдохло, да? Так, смотрю. Не смотрю, кого бью. Смотрю тупо на это. На здоровье. Черт, повернулся. Так. Смотрю просто на здоровье, все. Крот. А, вот мясо откуда. Кроты, понятно. Маленькое мясо, это коты. Успел схватить. Так, где они там? Оставьте в покое Честера. Сволочи. Так, нормально. 36% на ночь нам хватит. Так, так. Зубы все это дело собираем. Ну, даже небольшое количество ловушек, а все равно помогает. Ну, пока. Пока гонщик не очень много. А, крот за камушком полез и сдох. Понятно, так ему и надо. Хотел стырить камушек мой. Так. 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 А, ловушек еще. Ловушки еще на какое-то время хватит. Не намного, но хватит. А, так. Отлично, полечились. Хм, я тут напхал чего-то, да? Ну, давайте вот так вот сделаем. Так, так, так. Я вот не знаю, из мандрагоры, супа, кролики нападают. Нет, вроде не живое. Вроде бы это растительное. Слушайте, а чё там лечилки? Ну, по-моему, нужна питая. Так. Да, нужна питая, красные грибы и ягоды. А, ну их нафиг. Красные камушки у меня же есть. Да, красные камушки есть. Так, сожрём, да и все. Я постараюсь сильно не вмешиваться никуда там. О, еще вот это. Так. Шестеренки сюда. Так, берем. А, сейчас, кстати, у нас место освободится дофигища. Вот это. Вот это. Создаем кладовку. Еще одну. Так, это сюда. А куда бы ее зафигачить? Куда-то вот сюда, вот, наверное. Так, так. Это что у меня тут? А, 100% шлем, да? Отлично. Так, Честер, подвинься. Так, кладовочка. Отлично. Ну, сюда вот это барахло, чтобы не валялось. Кирка, ладно, пускай будет. Это... А чё, я все копья... Да, с копьями все трындец. Так, череп сюда. Сюда. Так, Честер, ты мне не нужен. Это мне нужно. Так, светлячки нужны. Так, так. И... Я не знаю, парочку. Один пускай останется у меня запасной. Светлячков можно будет сейчас еще тут надергать. И, по-моему, что-то уже там... Не, вообще-то все нормально, весна. Все нормально, весна. Так, я не понял, тут ничего не посажено? Непорядок. Так, так. Ну, возьмем, наверное, золото, сделаем себе золотую кирку, потому что я там сейчас долбить буду все это дело.
и обычную кирку. В принципе, на скорость есть, если что, рассудок есть, покушать есть. Ну, в принципе, давайте попробуем и посмотрим, что у нас получится по поводу того, что мы сейчас залезем. Только вот это нужно собрать. Правда, блин, вечером сейчас залазить тоже. Опять эти долбанные мыши там сейчас будут. А, это повесить можно. Маленький кусочек мяса, если я не ошибаюсь. Все, погнали. Получится из этого крыла. Где тут пещера? Где-то прямо тут. Где пещера? Да, ниже. Чуть-чуть пониже, где-то здесь. Так, по звуку какашек. Вот какашки. Так, почему я не вижу пещеру? Потому что я ее пробежал опять. Она у меня за этими. А, ныряем. О, нормально мы так загрузились. Черт, только... третьего уровня, черт. Кокон. Одеваем это. Пьем это. Speed, скорость, и погнали, погнали исследовать. Какого черта тут мандрагора делает? Они бывают разве в пещерах? Я что-то такого не припоминаю. Ничего не буду собирать, буду просто бегать. Моя задача вначале найти, где зайцы, и в принципе рядом с зайцами уже будет находиться и вход в руины. И вытащить зайцев снаружи нужно будет домики поставить. И, по идее, может быть, в руины даже заглянем. Ну, золото давай возьмем. Какашки, кстати. Почему бы нет? И может, в руины заглянем ненадолго. Нужно, наверное, было по-хорошему сделать еще зелье. Кстати, кристалл красный, но... Тут такая загвоздка с этими кристаллами. Я просто тестил обычно. А во, все нормально, еще и синий кристалл есть, поэтому попроще. Так, подождите, только меня тут это напрягает, то, что за мной летают. Фак, а я оружия никакого не взял, по-моему, да? Ну, кроме вот этого, на мышей я это не буду использовать. Фак, да отвали ты! Черт, лечилки я не взял, вот что я вспомнил. А че это ты? Не понял. А че это они с мышами дерутся? С кристаллами? Дело в том... Ну, да чё, я рассказываю. Давайте сейчас покажу. Вот так вот, короче, рубишь такой кристалл. Выпадают два красных камушек, но ты... камушка, но ты перегреваешься жестко. Синие. Они и смотрятся, как вот эти вот рубины, либо... сапфира. А этот ты замерзаешь жестко. А почему один камушек? Ну какого-то черта. А, все, отпустило. То есть тот был перегрев, этот охлаждение. В итоге, короче, балансируется все это дело. Если они рядом. А если не рядом, то ты либо сваришься, либо ты. Да, вот на здоровье я ничего не взял. Нужно было хотя бы бинтики что ли сделать. А ладно, ягодки пожрем. Тут, походу, тупик. Тут тупик, куда нам можно... вот тут, может, куда-то пройти можно. Ну, камушков... Я не знаю, нужно мне их много, не нужно. Тут везде тупики, какая-то пещера очень странная получилась. О, нужно вот это еще для скорости включать. В ручки брать. Так, а где какой-то проход? Подождите. Понял. Просто скорость включать вот так вот в закоулки эти бегать, это слишком расходно. Все, в этой стране вообще ничего нету. Давайте глянем, где у нас и что. Ну, куда-то я не туда побежал. Вот в эту сторону сейчас погнали. Вытаем это дело. Погнали. Погнали, погнали. Не туда я повернул, не то место. Ух, черт, а вот говно я хочу собрать. Я не знаю, зачем оно мне пригодится. Хотя, блин, ладно.
А, я могу много говна и так сделать. Хотя цветочков у меня не особо много. О, черт, застрял. Не знаю, камушки соберу. Все равно пробегаю так, тупик. Отбегаем мышей. И погнали. Наша задача найти зайцев. Ну, зайцев найдем, значит, рядом где-то будет. О, ой-ой-ой, а как ты тут оказался на таком-то биоме? Ну, понятно, что болотное щупальце, но... так получилось, наверное. Опа, золото. Золото, я не знаю, на кирку пригодится. Где-то там вот болото. Вот этих тоже набрать бы не мешало бы. Как они? Со светящихся растений. Лампочек набрать. О, они на болоте растут, а фигово. Так, так. Хорошо, что мы собираем быстро. Черт. Вот с этими щупальцами я не буду драться. Там ничего особо не выпадает интересного. А возни с ними много. Так, тут у нас что-то тупик или как? По-моему, скорость у нас пока еще не села. Или уже просела. О, просела. Он как раз... говорит, зелье закончило свою работу. Что-то такое. Или действие зелья прекратилось, что-то в этом роде. Давайте глотнем, пока есть еще. Просто одно я хочу оставить для того, чтобы отсюда выбраться, если в руины нырнем. То, чтобы оттуда убегать, или либо там убегать, я не знаю. Так, дырка. Вот эту дырку лучше не бить. Все хорошее. Сделаем себе лампочки. Опа! Так, заправились. И походу я опять не в той стороне. Пожрать можно ягодки. Пока. Так, видно куда-то дальше. Там он еще где-то расходится. Погнали туда. Ну удобно, блин, конечно. Если персонаж на таком ускорении, все это дело обыскивать. Так, и вот, скорее всего, наверное... Хотя не факт, блин, тут... Скорее всего... почему тут болото? Что оно тут делает? Маленькое болото. Кстати, вот у тебя камыши. Камышей я могу и наверху набрать. Нормально. Так, где зайцы, черт подери? Я просто знаю, что... А, вон они, кстати, наверное, ниже. Там как раз биом похож, хотя и тут что-то похоже. Они вот на таком биоме обычно находятся зайцы. Рядом с ними находятся пауки скалистые. И около этих скалистых пауков, как правило, воронка, которая ведет в руины. Вот тут вот зайчики. Должны сидеть зайчики? Да, да, вот они, зайчики. Убивать они меня не должны. А чего у меня так места уже мало? Чем я позанимал-то? Чем? Говном. О, вот это, кстати, лечилка. Точно можно полечиться. И давайте шатать домики. Доски тоже бы я взял бы. Мне главное, по идее, хвостики. Морковки тоже взять. Зайчики спят, они меня не тронут за то, что я их домики шатаю. Поэтому мы их не будем трогать, пускай себе они спят. А, у меня кирка. Вот кирку можно выкинуть. Или добить. К примеру, еще кристаллы, если встретим. По 4 хвостика, по-моему, на один домик. И по 10 морковок. Но морковки это все фигня. Морковки-то мы можем и вырастить, хотя лучше их собирать. Так, так, так. Доски больше не собираем. Ну, либо я их сейчас в одном месте тут оставлю. Ну, еще один домик шатнем. Он есть тут вообще, этот домик? Да, вот еще один домик. Так, 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 так.
за хвостики они же мне люлей не навалят. Нет, за хвостики они меня не будут трогать. Все нормально. Тут зайцы еще, кстати, остались. Чертовы мыши. А вот уже похоже на то, что... Почти я и говорил. Вот пригодилось бы зелье, я его что-то забыл сделать. А вот она, вот проход. Проход. Давайте добиваем вот это дело. Да, кстати, мне много чего еще собирать сейчас придется. Что я могу выбросить? Я могу выбросить говно. Я могу выбросить вот это. Я могу выбросить вот это. Вот это, говорю, могу выбросить. Выбрось. Не хочет расставаться. Ну что, полезли? А вот тебе и руина. Что-то такое подозрение, что тут... Не, период кошмаров еще не начался. Так. Ну, давайте вот на этом этапе мы закончим серию. В принципе, я в руины залез найти труфели. Будем есть труфели. Ну и может что-нибудь еще найдем. На этом давайте серию закончим. Кому понравилось, не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.